Приветствую вас на канале о вязании крючком и спицами Дали Мастерс, канал с мастер-классами. Здесь их очень-очень много, поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Сегодня у нас вторая часть мастер-класса по моему авторскому свитеру крючком в стиле, в технике интерлак, очень простой, классный свитер, элегантный. И давайте приступим ко второй части. Напоминаю вам, что вяжем мы крючком 4,5, а пряжу, которую я использую, Alize Angora Gold, в одну нить, цвет 404, такой интересный пудровый оттенок, 550 метров в 100 граммах. Рекомендации: эта пряжа у нас бюджетная, я вам рекомендую, конечно же, если есть такая возможность, вязать из чего-нибудь еще более интересного. Например, в моем магазине огромный выбор и Alize любая пряжа. И, конечно же, я вам посоветую точно так же, как в первой части мастер-класса, напишу рекомендации. Прекрасно для этого изделия подойдет альпака Silk от BBB. Великолепно из любого махера Soft Dream. Или же, например, тоже от BBB. Или мой любимый махер 70, да, необыкновенный, на вискозе, он и распускается хорошо, и ниточка такая объемная, и вообще не колючий, классный. В общем, все рекомендации я оставлю под видео, чем вы можете люксовым заменить мой вариант, и будет еще более потрясающий эффект, 100%. Мы с вами провязали кокетку. Начали ее вязать и продолжим, поделим наше вязание, выполним подрезы и продолжим вниз вязать наши изделия и рукава. Что мы сделали? У нас выполнен росток. Далее мы с вами осуществили прибавку. Помните, когда вязали два прямоугольничка из одного, потом, как обычно, один прямоугольничек, потом опять два из одного. И после этого, когда мы сильно увеличили наше количество прямоугольников, кокетка плавно расширилась, и после этого нам нужно провязать без убавок, без прибавок. Сейчас я вам скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. 6 рядов мы вяжем точно так же, и потом до расстояние от планочки, да, не от края изделия, планка у вас или воротник могут быть какая угодно. Мы с вами связали вот такую простую в прошлом видео, потому что я планирую отдельно связать снуд, который может одеваться отдельно как воротник. Это обусловлено тем, что я с трудом ношу свитера с такими теплыми воротниками, мне становится жарко, и часто я вяжу их отдельно. Здесь у меня такой же план. Не знаю еще какой, может быть, таким же узором, кстати, я свяжу, будет классно, может быть, как-то по-другому. У меня небольшая планочка. Так, моя планка шириной примерно 3 сантиметра. И мне нужно дальше вязать, 6 рядов мы провязали без изменений, и мне нужно дальше вязать, чтобы еще чуть-чуть расширение пошло до расстояния от края планки до конца кокетки, 25-26 сантиметров примерно. Примеряйте обязательно. Мне нужна свобода облегания, поэтому я 26 сантиметров провязала, и после шестого ряда, вот он у меня шестой ряд, далее я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов, 10 провязывая после столбика подъема, не 3 столбика с одним накидом, а 4. Вот в чем разница. Следующие 10 рядов я вяжу, по сути, у меня 5 столбиков, да, под один мы будем вязать нашу технику, и 4 остается. Здесь было открытыми 3, да, понятно. Вяжем туда-обратно, и 10 рядов именно вот с такой прибавочкой. Вот и все. Вот и все, что нам нужно знать. Да. Меряем. Все хорошо. И теперь давайте
разделим нашу кокетку на спинку, перед и рукава. Нам понадобится 4 маркера. Первый маркер давайте разместим в тот прямоугольничек, по которому мы будем с вами подниматься, чтобы продолжить вязание. У меня ряд, в котором я начну делать подрезы изнаночный. Это первый маркер. И теперь я одинаковое количество, у кого большая грудь, вы можете больше на спинку выделить, наперед. Смотрите, после этого маркера я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 прямоугольничков и вешаю еще один маркер. Далее я пропускаю на рукав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прямоугольников. В 11 я также прикрепляю маркер, отсчитываю вместе с этим 11 1, 2, 3, 4, опять 14. И у меня это перед. Да? То есть вы поняли, у меня по 10 прямоугольничков уходит на рукава и по 14 прямоугольников на перед и на спинку, в моем случае поровну. Все. Теперь в изнаночном ряду. Да, кстати, вот ряд, в котором мы туда-обратно с вами переходим. Я вам показывала, как мы делаем переходы в прошлом видео. Теперь мне очень удобно. У меня есть маркеры. И мы с вами будем вязать ряд, в котором, во-первых, сделаем подрезы. И, во-вторых, увеличим наше полотно. Еще сделаем прибавку. На рукавах мы прибавку не будем делать. У нас останется вот эта ширина и подрез. А то, что касается тела, то мы выполним прибавку. Итак, идем на край прямоугольника и поехали. Это изнаночный ряд у нас. Мы уже с вами выполняли такую технику прибавки. 3 воздушные петли подъема. Я провязываю 4, у нас уже 4 столбика под арку из 3 воздушных петель. И не прикрепляюсь вот сюда, а немножко разворачиваю наш прямоугольничек. Вяжу 3 воздушные петли подъема. И под последний столбик я вывяжу еще 4 столбика с одним накидом. После этого я прикреплюсь. Таким образом, мы из одного прямоугольника получили 2. Следующий прямоугольник я провяжу как обычно. Три. 4. Прикрепляемся и снова сделаю прибавку. Далее мне снова нужно сделать прибавку, точно так же, как мы с вами поступали на кокетке нашей. 3, 4. Прибавочка. Раз, два, три, 4. И теперь только прикрепляемся. Так, продолжаем вязать по спинке. Да, я по спинке двигаюсь. Это видно по тому, что мы с вами делали росток. Помните, столбики с 2 накидами у нас на спине. Провязали, да, всю спинку. Закончили прибавкой. Так, проверьте себя, чтобы они обязательно чередовались, да, через одну. Угу. И теперь вяжем цепочку из воздушных петель на подрез. Как вы помните, у нас раппорт нашего узора составляет 4 петли. 4 раза по 4, 16 петель я провяжу.
пропускаем рукав и столбик без накида вяжем там, где у нас с вами маркер по переду уже. Так, дорогие мои, теперь мы с вами двигаемся по переду, точно так же, как и по спинке. Начинаем с прибавки, после прибавки вяжем простой прямоугольничек, потом опять с прибавкой. И так до конца переда. Далее снова цепочка из 16 воздушных петель. И все будет готово. Дальше будем вязать в свое удовольствие. Заканчиваем. Так, в принципе, маркеры можно уже и вынимать. И осталось мне соединиться 16 воздушными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все. И переходим мы с вами в точку, где начинали. Присоединяемся. Вот важный момент. Я вынула маркер, да, пропустили 10. Вот здесь у меня маркер стоял. И смотрите, что очень важно. Нам нужно соединиться не сюда сразу, а вот наш уголок, помните, наша первая прибавка. А соединяемся мы перед тремя воздушными петлями подъема. У нас должны торчать уголочки. Готово. Все. И поехали. Переворачиваемся на лицевой ряд и будем с вами вязать по кругу уже перед и спинку. Они у нас объединены в круг. Круговое вязание. Ура, ура! Начинаем с подреза. 3 воздушные петли подъема и в ту же петлю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 петли, столбик без накида. Второй мотивчик. Всего у нас их 4 будет, понятное дело. Вяжем вот эти петли 3, 4 подреза. Их не нужно было вязать туго. Во-первых, чтобы нам было удобно мотивы провязывать. Во-вторых, это подрез. Пускай будет свободный, да? То можно так затянуть, что будет не очень хорошо. Так, еще раз повторюсь, что если нужна большая свобода на, например, большую грудь, то ряд с прибавками. И прибавки можно пошире и на руки сделать. Если руки, например, полные, то вот этот ряд с прибавками можно сделать предпоследний, перед объединением. Логично? Логично. Но мне хотелось другого силуэта, поэтому вот так. И четвертый мотивчик. 3, 4. Все правильно. Я соединяюсь в столбик без накида соединительным столбиком. И что у нас с вами получается? Да, все правильно. У нас уголок. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно обрезать нитку. Мы здесь закрываемся, обрезаем, заправляем нить. Или можете оставить, если у вас другой клубочек, да, можно отсюда продолжить вязать. И нам нужно связать маленькую штучку, вот этот подрез. То есть присоединимся, провяжем 4 треугольничка и тоже обрежем нитку и 2 хвостика заправим. Таким образом мы с вами создаем вот этот наш ряд, целый ряд треугольников. Вот тут у нас прибавка, да, идет. Понятно, почему это нужно сделать, я думаю. И там, где у нас другой подрез,
Так, только нужно не перепутать, где у нас лицевая сторона. Лицевая сторона. У меня первый треугольник от горловины был лицевой. Значит, вот у нас лицевая сторона. Все правильно. Здесь я провязала по лицу подрез. Да. Двигаюсь по лицу. И вот именно так я буду провязывать здесь. Точно так же 4 треугольничка мы должны с вами получить. Тоже провязываем по 4 столбика. 2, 3, 4. Пропускаем 3 петли. И вот эти 2 хвостика. Один заправим. И продолжу я круговое вязание вот из этой точки. Уже не буду заправлять, обрезать. Начну вот отсюда свое круговое вязание. И, пожалуй, я сниму фиолетовые маркеры и перекреплю сюда зелененькие. Это у меня будет начало кругового ряда нового. Да. Готов второй подрез, и не прерываясь, я поднимаюсь, как обычно мы с вами вяжем туда обратными рядами, и буду провязывать лицевой ряд. Потом изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, и так вниз. Давайте немножко провяжем. Так, я провязала вниз. И буду дальше вязать вниз свой свободный свитер. Если вы не хотите такой свободненький, широкий, можете прибавки не делать, которые я вам советовала. Но мне хочется настоящий оверсайз. Так, я выворачиваю на изнаночную сторону, потому что у меня был лицевой ряд, на котором я остановилась. С лицевой стороны, да, мне нужно с изнаночной стороны продолжить вязать рукавчики. Сейчас я вам покажу, как. Итак, я соединяю, смотрите. Вот мой прямоугольник, низ треугольника я соединяю с вершинкой, куда мы с вами провязывали 3-4 столбика с одним накидом. Здесь я прикреплюсь, и сначала я провяжу свои прямоугольники по подрезу точно таким же способом, как мы с вами уже начинали. И по кокетке внизу делали 3 воздушные петли и столбики. 1, 2, 3, 4. Прикрепляемся. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Прикрепляемся. 3 воздушные петли подъема, 4 столбика с одним накидом. 3, 4. Теперь смотрите, я прикрепляюсь столбиком без накида. Во-первых, беру нижний, где у нас 4 столбика провязано, и прикрепляюсь в основании прямоугольника кокетки, провязываю столбик без накида. Теперь я разворачиваюсь, поднимаюсь по треугольнику соединительными столбиками до вершинки. Так, главное, чтобы у нас лицо было по кокетке и лицо по подрезу. Вот мой замечательный рукавчик, достаточно объемный. Если у вас ручка полная, вы можете добавить естественным способом, да, выполнить прибавку, сколько вам нужно, через один прямоугольник или больше, и так далее. Посмотрите, что получится. Когда вы достигнете нужного вам эффекта, вы можете или изменить ситуацию, или оставить как есть. Я не буду делать прибавки, я просто буду вязать рукав достаточно объемный. Все, дорогие мои, продолжаю вниз вязать рукавчики по кругу. Вот так у нас аккуратненько все получается с вами. Так, что-то я на сегодня устала, и вниз вяжу полотно свитера. Я думаю, все основные моменты я вам объяснила.
Теперь творите, двигаемся вниз. И в следующей части мастер-класса, окончательной, я расскажу вам, как я буду делать манжеты, низ изделия. Хочу, чтобы немножечко такой баллончик получился объемный и внизу было присобрано. На днях ждите окончания, как это произведение искусства на мне будет смотреться. Обязательно вам покажу. Выйду в эфир. Ну а на этом я с вами прощаюсь, мои хорошие. Вяжите крючком обязательно, если вы вяжете только спицами. Вы теряете многое, обязательно попробуйте крючок. А если вы вяжете только крючком, то вяжите спицами. Все, я на этом радостном моменте, вдохновляющем, с вами прощаюсь. До завтра, скоро увидимся, пока!